Программа «День с толком» в студии Андрей Дреер. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в YouTube. Смотрите в этом выпуске. Что скажет посетитель кафе по делу о драке на Старом базаре? Начали допрос свидетелей. Энергоэффективный ремонт. Как он помогает экономить на комуслугах и почему этот лайфхак работает не для всех? Миллион лайков пучеглазому. Как чудом выживший бездомный кот из Барнаула стал знаменитостью соцсетей? Полиция, Росгвардия, представители МЧС сегодня. В Барнауле все силовики и спасатели были стянуты к зданию службы судебных приставов. Проезд по улице Пушкина перекрыли. Сотрудники ведомства были вынуждены находиться на улице. А представителям пресс-службы пришлось даже отменить пресс-конференцию для СМИ, на которую приехала и наша съемочная группа. А можете пару слов сказать, что произошло? Вот как? Вы работали, что сказали? Эвакуироваться. Просто хочу узнать от людей, которые там работают, просто что вам сказали и все. Нас эвакуировали по тревоге. Как нам стало известно позже, тревога была неучебной. В 11:30 на телефон службы доверия судебных приставов поступил звонок о минировании здания. Мужчина быстро бросил трубку. Всех сотрудников пришлось эвакуировать в срочном порядке. Как нам сообщили правоохранители, в 13:30 осмотр здания был завершен. Проводили его полицейские и кинологи. Никаких подозрительных предметов не обнаружили. Сейчас полицейские выясняют, кто таким образом захотел пошутить. Напомним, за подобные шутки предусмотрена уголовная ответственность. По резонансному делу о драке на Старом базаре начали допрос свидетелей. В Центральном районном суде Барнаула состоялось очередное заседание, на котором с пристрастием опрашивали одного из очевидцев. В злополучный июльский вечер он также проводил время в кафе на Старом базаре. Далее слово Анастасии Дороган. Снимать видео на заседании по делу Михаила Старцева нам запретили, но разрешили присутствовать. Почему суд вынес такое решение, не поясняют, но, как считают наши коллеги, освещению этого процесса противятся адвокаты Михаила Старцева. Осудят его, напомним, по части 4 111 статьи. Это деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 27 июля 2020 года он участвовал в драке, в результате которого умер еще один ее участник, Павел Рохлов. Роковой момент тогда попал на камеру. Вот он. Со смерти Павла прошло полгода, но его вдова Светлана до сих пор не может прийти в себя. Нам удалось побеседовать с ней до заседания. Она рассказывает, что Михаил Старцев перед ней так и не извинился, не извинились перед ней и его родители, с которыми она пересекалась. Они улыбались, хохотали, на что я не выдержала и задала вопрос, не хотите ли вы извиниться, хотя бы принести соболезнования за своего сына, на что мне его отец коротко и ясно ответил, тебе что мало, мы перед тобой извинились через телевизор, вот и все. Кстати, в этот момент мимо проходил Михаил Старцев, но на Светлану он даже и не взглянул. Не смотрел на нее он в течение судебного заседания. Взгляд в стенку, и в допросе свидетеля он не участвовал. А допрашивали мужчину, который в тот злополучный вечер тоже проводил время в том же кафе на Старом базаре. На судебном заседании он еще раз рассказал, как видел так называемого агрессивного человека, которого в первое время в СМИ окрестили как инвалид. По словам свидетеля, он сначала приставал к девушкам из его компании, они отказались с ним проехать, затем его внимание переключилось на компанию Михаила Старцева. Он замахнулся палкой и попал по одной из девушек. Соответственно, дальше завязался конфликт. В процессе конфликта девушки из BMW X7 вмешались, началась кутерьма. Был парень и две девушки. Этот допрос был долгим. В показаниях свидетелей сейчас и в августе 2020-го, через месяц после происшествия, есть расхождение. В частности, видел ли свидетель момент удара и детали потасовки. Вы с вашими знакомыми, друзьями обсуждали вообще ситуации? Да. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь интернетом? Да. За этот период времени месячно этой темой еще интересовались, читали? Первую неделю, возможно, когда натыкался на новости. Вы все рассказывали следователю, как вы поняли или уже пользуясь информацией? Ну, то, что я помню, то и рассказывал. Тогда как понять, видели ли вы удар Старцева в отношении Рохлова или не видели? Именно момент, когда Старцев нанес Рохлову удар, я не видел.
При этом адвокаты акцентировали внимание на близорукости свидетеля и его нетрезвом состоянии в тот вечер. А следующее заседание будет уже на следующей неделе. В нем также будут опрашивать свидетелей, но это все еще не Дмитрий Лопатин, который в истории фигурировал как инвалид. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, «День с толком». К новостям медицины. Смертность по коронавирусу в Алтайском крае несколько снизилась. По крайней мере, по данным оперштаба региона. За последние сутки в крае с диагнозом COVID-19 скончалось 10 человек. Это как минимум на 3 человека меньше, чем сутками ранее. Число новых заболевших держится примерно на прежнем уровне. За сутки зарегистрировали 152 случая заражения. В тяжелом состоянии находится 362 пациента, а к аппаратам ИВЛ подключено 102 человека. Обездвиженные жители края не имеют возможности проходить комплексную реабилитацию. По крайней мере, так считает одна из жительниц Барнаула. Своего сына 12 лет она вынуждена возить в Москву. Тему продолжит Валентина Аскерова. Подтягивается при помощи мамы, но в мыслях делает это сам, признается Влад. В реальности без посторонней помощи 12-летнему мальчику не обойтись. Половину своей жизни он провел в инвалидном кресле. 6 лет назад у Влада начала болеть спина, и месяц медики не могли поставить правильный диагноз. После того, как мальчик потерял чувствительность, сделали МРТ. Оказалась врожденная аномалия. В утробе, когда плод формируется, внутри позвоночника столбца образовался сосуд. Внутри у нас, где спиной мозг, там нет вообще сосудов, то есть их там нет. А он вот образовался, поэтому врожденная аномалия. И как раз 6 лет было, ребенку была фаза роста, то есть внутренние органы успели вырасти, а скелет не успел. И сосудиком мало места стало, он лопнул. Спиной мозг атрофировался, ноги потеряли чувствительность, а врачи, по словам мамы, вместо предложения полноценной реабилитации дали совет. Готовьте противопролежную кровать. Это невролог. Простите. Кровать не понадобилась благодаря железной воле Влада. Парень занимается спортом. При весе в 29 килограммов может отжать 35-килограммовую штангу. Жму штанги, потому что развиваю свою мускулатуру. И самому просто нравится. Ты часто летаешь на самолете? Да. Нравится летать? Да. Чем? Что просто вижу облака, города. Раз в 3 месяца Влад с мамой вынуждены летать на реабилитацию в Москву. К сожалению, такого центра, подчеркивает женщина, в нашем регионе нет. Реабилитационного центра достойного, чтобы был у нас в Алтайском крае. Не обязательно хотя бы Барнаул, там, да, ближайший какой-то район. Хотя бы даже отдаленный, куда ты можешь с ребенком приехать и полноценно заниматься ребенком. Но пока нет. В краевом Минздраве ничего конкретного о возможных планах по созданию отдельного центра для медицинской реабилитации не сказали. Но пообещали возобновить работу санатория при детском психоневрологическом диспансере, который долгое время не принимал нуждающихся. Потому что использовался для проживания сотрудников ковидного госпиталя. То есть сейчас санаторий готов к открытию. Я думаю, это случится, по-моему, с 9 числа следующего месяца. То есть мы оценим реабилитационную площадку. С учетом пожеланий мам детей-инвалидов с ограниченными возможностями, в том числе, будем двигаться в направлении совершенствования реабилитационной помощи именно на этой площадке. Через несколько лет к вопросу развития детской реабилитации планируют подключиться и Центр охраны материнства и детства. Что касается Влада, то после нашего обращения в Минздрав стало известно, что мальчика уже ждут в центре и готовы оказать помощь. Только в случае постоянной реабилитации целого комплекса разных мер можно будет надеяться, что заветная мечта мальчика сбудется. А о чем мечтаешь? Побегать. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. К другим темам. С 18 февраля мукомолы и хлебопеки края начали подавать документы на получение субсидий от государства. Их ввели из-за роста цен на зерно. Предварительно об этом было подписано соглашение между Алтайским краем и Минсельхозом России. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности. На получение субсидий рассчитывают 179 мельниц и 217 хлебопекарных предприятий.
предприятий и региона. Правда, есть два важных условия. Первое – они не должны быть в стадии банкротства. Второе, пожалуй, самое важное – когда предприятия начнут получать помощь от государства, они не должны повышать цену на свою продукцию. Субсидии рассчитаны на 3 месяца, подчеркнул Большаков. По прогнозам, как я и говорил, к 1 апреля цена должна стабилизироваться, и она уже стабилизируется, как бы не, роста цены нет на данный вид продукции. Этого объема субсидий хватит для всех вышеперечисленных предприятий, для мельниц и хлебопекарных предприятий. Жители 22 барнаульских многоэтажек приняли участие в программах энергоэффективного ремонта. Погодозависимое оборудование, установленное на систему отопления дома, позволяет поддерживать комфортную температуру, а главное – экономить на оплате тепла. Что такое энергоэффективный ремонт? Как государство возвращает за него деньги? И почему это выгодно только большим многоквартирным домам? Смотрите далее. В зависимости от погоды на улице он либо закрывает, либо открывает подачу тепла. Это и есть принцип работы АТП. Автоматизированный тепловой пункт без помощи человека регулирует нужную температуру воды в батареях. В итоге жители платят за тепло не по среднему тарифу, а по количеству использованной энергии. В 2020 году мы проводили анализ на одном многоквартирном доме. Он АТП окупил на 78%. В среднем, если погода у нас не морозная, то получается до 36% идет экономия. В целом на квитанцию? В целом на квитанцию. Это результат программы энергоэффективного ремонта. В домах меняют системы тепловода электроснабжения. Собственники квартир в многоэтажках сами принимают решения и подают все необходимые документы. Критерии «дом не должен являться аварийным или подлежать сносу». Кроме того, должны быть установлены общедомовые приборы учета. Схема такая. На спецсчете дома или в так называемом общем котле копятся деньги на капремонт многоквартирных домов. Их каждый месяц вносят жители многоэтажек. Если жители на собрании принимают решение провести энергоэффективный ремонт, из спецсчета или общего котла берутся на это деньги. До 80% потраченных средств на спецсчет дома или в общий котел может вернуть госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Сколько процентов вернет фонд, зависит от экономии, которая появится в результате переформатирования дома в энергоэффективный. К слову, способов много. Можем поставить погодозависимое оборудование для того, чтобы дом потреблял меньше тепловой энергии. Можем утеплить фасад, чтобы дом тратил меньше энергии через стены свои. Можем утеплить чердачное перекрытие, чтобы меньше тепла выходило через крышу. Можем снизить затраты на электроэнергию, то есть установить регулируемые осветительные приборы. Но есть важный момент. Малоквартирному дому такой ремонт обойдется в кругленькую сумму, а вот экономия в квитанции вряд ли составит больше 10%. Об этом говорят специалисты Минстроя. Значит, и возврат средств от госкорпорации будет минимальным. Так что выгодно подавать заявку только домам-гигантам вроде этого. И чем больше квартир, тем выгоднее. За период реализации программы у нас отремонтировано 22 многоквартирных дома на сумму 47,9 млн рублей. Возврат фонда составил 22,6 млн рублей. То есть в среднем фонд вернул немногим меньше 50% на спецсчета и в общий котел. При этом Алтайский край в числе регионов, которые активнее всего участвуют в данной программе. Правда, касается это в основном Барнаула. Муниципалитеты за энергоэффективностью совсем не гонятся. Андрей Дрейер, Александр Антропов. День с толком. На Алтае закрыли Лигу КВН. Об этом заявил ее директор Андрей Новиков. Напомним, это единственная официальная лига КВН в крае. По итогам ее сезона определялся победитель, который представлял регион на международном фестивале команд в Сочи. Причиной закрытия, судя по всему, стала нехватка финансирования. Раньше управление молодежной политики региона, по словам Новикова, выделяло деньги на существование лиги. После несостоявшегося из-за коронавируса прошлогоднего сезона ситуация изменилась. В управлении представителей Лиги КВН Алтая сказали, денег на то, чтобы отправить команду на фестиваль в Сочи, нет и не будет. Идею создания КВН-движения на Алтае, по словам Новикова, в управлении тоже не поддержали. Я прекрасно понимаю, что сейчас в приоритете волонтерское движение, строят ряды, волонтеры победы и так далее. Но ведь молодежь Алтайского края не может состоять на 100% из волонтеров.
Есть и другие, которые хотят реализовывать себя в чем-то другом. Играть в КВН, например. Директор официальной лиги выразил благодарность зрителям, которые всегда заполняли зал на играх сезона. Он уточнил, все, что делал КВН «Алтай», исключительно для публики. «Возможно, еще увидимся», – резюмировал Новиков в своем обращении. В Барнауле вышла в свет книга, авторы которой – осужденные, отбывающие наказания в колонии строгого режима. Один из них – поэт, другой – художник-иллюстратор. О чем пишут стихи за решеткой, узнавал Илья Кочетков. Дмитрий, Алексей, вот результат ваших трудов. Вы очень сильно ждали этого момента, и мы вам вручаем эти книги. Большое спасибо. Огромное спасибо вам. Дмитрий Веряскин и Алексей Синица – осужденные исправительной колонии номер 3, что на Куете. А теперь еще и авторы книги. Небольшой, выпущенный скромным тиражом в пару десятков экземпляров. В сентябре прошлого года осужденные поделились планами написать и проиллюстрировать детскую книгу с администрацией колонии. Руководство идею поддержало, а напечатать издание помог общественный совет при УФСИН. Впервые такое, что к нам обратились с администрацией колонии с такой просьбой, что написана книга. И ее нужно издать. Написана книга, нарисованы к ней иллюстрации. И, конечно, мы с радостью сказали, да, мы поможем. Часть тиража автора отправят родным, несколько экземпляров останется в местной библиотеке. ИК-3 – колония строгого режима. Дмитрий говорит, многие считают, что у осужденных масса времени – рисуй, пиши. На самом деле все подчиняется строгому распорядку – подъем, проверки. А Дмитрий еще и много работает, стараясь деньгами поддержать семью. И все же каждый день он выкраивал свободные минуты, чтобы посвятить их созданию Тимошиных сказок. Он не дружил ни с кем, и потому Антон оказался у Куролеса в плену. Того, у кого друзей много, беда обходит десятой дорогой. На обложке «Мальчуган» – это сын Дмитрия. Ему 2 года 4 месяца. Именно ему посвящена книга. Из-за пандемии за последний год увидеть ребенка отец может лишь по видеосвязи. Невысказанные отцовские чувства нашли выражение в книге. Ее герой попадает в истории, порой опасные, из которых ему удается выбраться благодаря дружбе, любви, честности, заботе. Главную мораль, которую Дмитрий вложил в сочинение, он осознал на собственном горьком опыте. Во-первых, что нужно слушаться старших. Как бы, конечно, пока мы молодые, маленькие, нам всем казалось, что они говорят какую-то ерунду, которая не соотносится с нашим образом мышления юным. Но, как правило, всегда старшие, тем более родственники, конечно, желают своему ребенку только самого наилучшего. Но плохо, что люди понимают это слишком поздно, как это произошло в моем случае. Об этом горьком опыте, как многие осужденные, Дмитрий старается не говорить. Это его 4-я судимость. Из сроков 22 года и 7 месяцев отбыл 17 лет. Большую часть в Хакасии. На Алтай его перевели год назад. Здесь познакомился с будущим соавтором. Алексей Синица – бывалый иллюстратор и издатель. Во время своего предыдущего срока, который отбывал в этой же колонии, при поддержке администрации выпускал глянцевый журнал. Идею детской книги поддержал, ведь такого раньше никто не делал. Мы спросили, хочет ли он продолжить заниматься книгоиздательством, когда выйдет на свободу. Знаете, ну вот какой-то странный парадокс, потому что именно находясь в местах лишения свободы, да, я пытаюсь, скажем так, везде, где только можно, принимать участие. Но когда я выхожу на свободу, у меня там совершенно другая жизнь, как бы другие приоритеты, цели, задачи, семья, как содержать, как прокормить. Навыки, профессии, которые осужденные получают в колонии, конечно, ценны, говорит замначальника ИК. Но не менее важно, когда осужденный поддерживает отношения с близкими на свободе. Для той или иной части осужденных все равно мысли о своих близких – это ключевые моменты, когда они отбывают наказание, стараются не допускать никаких нарушений, чтобы освободиться, возможно, условно-досрочно, чтобы побыстрее вернуться к ним, вернуться к нормальной жизни и вести полноценную жизнь уже со своей семьей. На свободу Дмитрий должен выйти через 5 лет, но тоже надеется на условно-досрочное. И делает для этого все возможное. Греет мечта почитать Тимошины сказки вместе с сыном. Что же до дальнейших планов, твердо намерен, выйдя на волю, и дальше заниматься литературой. Правда, уже не детской. Говорит, взрослым читателям ему тоже есть о чем рассказать. Илья Кочетков, Николай Шилко, «День с толком». И еще одна позитивная история про кота. Его ждала смерть в брошенной коробке. Именно такая участь настигла сестер и братьев хвостатого зверя. Фикс.
Тот самый кот с необычной внешностью из Инстаграма и ТикТока. За пару месяцев он смог завоевать сердца тысяч людей. Кто изменил жизнь четвероногого и каким образом кот из Барнаула добился популярности, расскажет Ирина Корчагина. Маленький кусочек, пожалуйста, по крошечку. Они вообще были заплывшие, и нам было непонятно, то ли они как бы вообще есть глаза или нет. А потом как открылись, и мы были в шоке. Он тот самый кот из интернета, звезда мемов и любимец подписчиков. Еще котенком Фикса случайно нашли в коробке на Южном. Его сестры и братья погибли. Фикс находился в тяжелом состоянии, у котенка были травмы головы и носа. Как говорят сейчас врачи, скорее всего, это и послужило тому, что у нас такие глазки. Может быть, дети пинали, потому что там рядом детская площадка. Или кошку пинали тогда, когда она была беременна. Каждый день пишут люди о том, что вообще с вашим котом, он, наверное, больной. Вот. Нет, его жизни ничего не угрожает. Мы его вылечили в первые полгода, как раз были решающими. Вот. И после этого мы полностью восстановились. Лишь из-за искривленной перегородки носа Фикс иногда похрюкивает, но это даже придает ему некий шарм. В конце прошлого года друзья убедили Ирину создать аккаунт для кота. После первых видео в ТикТоке и в Инстаграме появились тысячи подписчиков, миллионы просмотров. Нас приезжали домой его кастрировать, вот, ветеринар. И когда он это все сделал, он в таком шоке был, говорит, а можно я его вообще сфотографирую? Потому что, говорит, я таких котов вижу первый раз в жизни. Сложно поверить, но есть люди, которые постоянно выливают волну хейта на кота и его хозяйку. Хвостатого могут обзывать, писать неприятные вещи в соцсетях, но, судя по всему, Фиксу все равно, что о нем думают двуногие. Он продолжает смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами и собирать миллионы фанатов по всему миру. Ирина Горчагина, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи!